Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и я вам покажу сейчас второй заказ из третьего шикарного каталога компании Oriflame. И начну я с подарков. Таких бьюти-боксов я получила целых два. Эти бьюти-боксы вы еще тоже можете успеть получить, если активно включитесь в работу до конца каталога. То есть вы можете регистрировать включительно по 6 марта. Если ваши новички разместят заказы на 50 баллов и оплатят их, то 9 марта состоится очередной рандомный розыгрыш гарантированных бьюти-боксов. Только учитывайте, что вы тоже должны сделать заказ на 50 баллов и оплатить его. Итак, давайте посмотрим, что в этот раз мне пришло в бьюти-бокс. Перед этим два бьюти-бокса я получила, в них были наборы NovAge, а в этих посмотрим, что внутри. Очень интересно. Ох, мне так нравятся эти крафтовые коробочки, зеленая бумажечка. Какая прелесть! Гель для душа, мультифрукты, шампунь для волос с личи и зеленым чаем, масло для волос с миндалем, обожаю это масло, и два скраба с арбузом и лимоном. Смотрите, какой классный набор, я вам всем желаю получить тоже свои наборы. Итак, а сейчас посмотрим, что всего в заказе. На 93 балла. Заказ небольшой. Обычно к праздникам активность гораздо больше. Но в этом году я сама не очень активная, поэтому заказы просто поступают на автомате, либо из клиентского чата. Итак, что заказывают в основной своей массе? Это серия Magic Garden, крема для рук. Здесь их в заказе 4 штуки. Гель для душа 1. Мне так нравится дизайн, посмотрите, как это красиво. Аромат мягкий, такой нежный, цветочный, ненавязчивый. Первые минутки крем для рук он такой яркий, сначала кажется, ой, как сильно пахнет, он очень быстро выветривается, и такой мягенький цветочный аромат остается на ручках. А вот на мыло просто ажиотаж. Я не знаю почему, но мне кажется, это маленький такой приятный сувенир. Считаю, 8 штук заказали такие чудесные мыла. Они получаются в форме цветка, если посмотреть, то такой круглый в форме цветка кусочек мыла, который, я думаю, порадует очень многих людей. По крайней мере, я всегда считаю, что лучше подарить кусочек чего-то полезного для дома, чем какую-то шоколадку. Ну, хотя шоколадка тоже, конечно, приятная, но дело в том, что шоколадку человек съест за один присест и забудет, что вы ее дарили. А мыло будет радовать минимум 2 недели, если семья из 3-4 человек, а если человек один или вдвоем, то практически на месяц хватает такого кусочка. Мыло Oriflame очень долгоиграющее, оно не раскисает в этих вот ванночках для мыла, приятно пахнет, не растрескивается, не разбухает. Ну, такое классное мыло. А самое главное, какие руки хорошие. Ручки помоешь, это мягенькая пенка, она вот прям такая пушистенькая, обнимает лапочки, смываешь, этот аромат еще какое-то время остается с нами, и руки мягкие-мягкие. Вот попробуйте, я очень люблю наши продукты. Мне заказали вот такой набор, серия Essence Eco. Здесь у нас зеленый мандарин и цветки апельсина. Такой аромат, сейчас скажу, бодрящий, звонкий такой, даже немножко резкий, цитрусовый. Настолько он вкусный, вот прям аж зубы сводит, когда вдыхаешь этот аромат. Очень крутой. И в этой серии у нас идет мыло жидкое для рук и лосьон для рук и тела. Рекомендую заказывать два продукта в паре, потому что по отдельности получается намного дороже, чем взять сразу два продукта. Сами посмотрите в каталоге, это действительно классное предложение. Неожиданно заказали набор с черникой. Крем для душа и крем для рук и тела, такой большой бочонок крема.
Почему неожиданно? Как это весенняя тематика? Мне кажется, вот здесь вот классно отображена, а тут снежинки. Поэтому, когда его заказали, я немножечко даже удивилась, потому что этот набор у меня был особенно популярный именно зимой, к Новому году, к Рождеству заказывали очень много эти наборы. Мне кажется, у меня у всех клиентов появились такие наборчики. Заказали мыло с оливом, и алоэ. Очень популярное мыло. Его любят все, серии Love Nature, потому что настолько приятное мыло. Оно и по форме, как капля, в руке удобно держать. И сама консистенция мыла напоминает мыло ручной работы. Оно такое полупрозрачное. Такой вкусный от него аромат. Вот его любят все, и мужчины, и женщины. Мужчины просто в восторге. Когда вы приносите домой такой кусочек, поверьте мне, ваш мужчина скажет: теперь все время покупай это мыло. Вот попробуйте, сами убедитесь. Второй крем, кстати, в этом каталоге заказали именно из этой серии, антивозрастной. Серия Optimals, популярный продукт среди взрослых женщин. Получается, серия Optimals у нас где-то посерединке между серией Love Nature уходовой и Novage. Ну, Novage, конечно, намного дороже, но все равно. И многие склоняются к Optimals, потому что серия доступная, и в то же время она эффективная, она интересная по разнообразию, для разных типов кожи есть. И вот особенно вот любят именно антивозрастной уход. Я тоже пробовала, заказывала, но все равно я предпочитаю Novage. Для меня эта серия более эффективна, я сразу вижу результат, как у меня лицо просто вот омолаживается на глазах. Заказали AZ крем тональный, гидро увлажняющий, SPF 30. Этот крем идет в тюбике. Кстати, я сегодня как раз не именно таким, ну, состав у него не изменился, только тюбики. Я как раз сегодня использовалась, у меня гидромат, который увлажняет, матируя. Такой классный тональный крем. Посмотрите, лицо сразу такое живое становится, такое естественное. Кстати, мне недавно на обзор присылали с AliExpress огромную коллекцию продукции, и там была база под тон. Конечно, все красиво оформлено, выглядит так эффектно. Такая вот упаковочка прям интересная. Я сняла уже обзор, но вы увидите его чуть позже. Я хочу сказать, вот наносишь тон, вот эту базу тон, и лицо как маска. Вот просто как будто, ну, не живое лицо. И я говорю, насколько наши средства классные. Вот мне просто многие подходят. Бывает такое, что тон вам может не подойти, но нужно пробовать через тестеры. Потому что вот с нашими основами база вот эта, она... лицо просто оживает, оно сразу выравнивается, при этом нет эффекта маски, нет каких-то неприятных ощущений, что там липкость какая-то была или еще что-то. Вот действительно все познается в сравнении. Я вот попробовала, думаю, какой же у нас классный продукт, очень-очень его люблю. Крем для рук с алоэ, тоже популярный крем. Кстати, у меня такой сейчас есть, у меня одновременно открыто с персиком, с алоэ, сейчас вспомню, как он называется, спа маска ночная. Здесь на кухне у меня стоит с миндалем огромный флакон, то есть у меня сразу открыто несколько флаконов. А еще я с жасмином на роли, с дозатором домазываю тоже на руки, очень, кстати, удобно. Я на рабочем столе поставила вот этот большой вот такой флакон, у меня еще остался серия жасмин энероли. И я сижу за компьютером, и чтобы мне не откручивать, я оп, нажала, намазала ручки, впитала все быстренько, и я дальше работаю. Такой вам лайфхак скажу, может быть, тоже пригодится. Заказали гель для душа, тоже олива и алоэ. Мне так нравится этот гель всегда рассматривать, какой он густой. То есть его даже вот так вот перекатываешь, и видно, как тяжело идет, густо. Поэтому когда вы будете им пользоваться, не наносите на мочалку сразу много. Вот посмотрите, там буквально чайная ложечка, просто буквально несколько капель, вам хватит все тело помыть. Эти гели очень долгоиграющие за счет того, что они густые, концентрированные, отлично купают и еще и питают кожу. Я за это их люблю. Ой, а тут у меня трио, тройняшки. Это крем для кожи вокруг глаз Optimals. Я про этот крем все время рассказываю, один открою, потому что один все равно у нас останется.
Я его всегда беру для дочки, потому что кожа молодая, и за ней тоже нужно ухаживать. Моей дочке 21 год. Такой бочонок, 15 миллилитров крема. Какой он крутой! Я его использую, рассказывала в каком-то уже видео, как маску. То есть я наношу на зону, куда мы обычно приклеиваем патчи. Наношу в те дни, когда я просыпаюсь, бывает отек, немножко припухлости. Я наношу как маска, чуть-чуть сверху по орбитальной косточке притоптываю и оставляю. Иду пока позавтракаю, ну какие-то дела, то есть буквально в течение 15-20 минут я возвращаюсь в ванну, излишки я или снимаю, или смываю совсем и наношу уже свой любимый крем из серии Novage. И вот за это время, буквально 10-15 минут, отек уходит, кожа становится ровная, без припухлостей. И, кстати, еще этот крем убирает темные круги под глазами. Тоже отличные отзывы, пробуйте. И я его еще люблю из-за того, что у него такая доступная цена, может себе позволить абсолютно любой человек. Кстати, часто спрашивают, а если кожа взрослая? Все равно помогает, он мимику хорошо убирает. А у взрослой кожи обычная проблема — это вот отеки. Поэтому самое главное — убрать отек. Поэтому можете смело рекомендовать этот крем, он проверен уже многими годами. Сейчас у нас в каталоге идет акция на тушь Giordani Gold с силиконовой кисточкой, выгодная цена, и вы можете на втором шаге, когда делаете заказ, добавить ее в корзину. Если вы добавляете на первом шаге, эта тушь идет по полной стоимости, поэтому положите в корзину все, что вам нужно, нажмите далее, и там сразу выскочит это предложение. Добавляйте 2-3, сколько вам нужно, а потом внизу кнопочку нажимаете добавить в корзину. Вот классная тушь и хорошая скидка. Заказали тушь для с эффектом распахнутых глаз. У нее такая интересная кисточка, она сначала идет маленькая, а потом расширяется, и когда мы красим реснички, получается весь акцент идет на внешние ресницы, и глаза открываются. То есть чем вы выше вот эти реснички поднимаете, тем соответственно глаза в этой части становятся шире, и эффект, как будто глаза такие огромные. Но мне эта кисточка не очень подошла, поэтому я ее брала, пробовала, но все-таки все время возвращаюсь к своей любимой 5 в одном. Маркер для стрелок с толстым наконечником. Если вы любите толстые такие ретро стрелки, чтобы они были эффектные, то очень рекомендую этот маркер. Что мне в нем нравится, его надолго хватает. Вот у нас еще есть маркер такой тонкий, он быстро заканчивается, ну по крайней мере у меня так и было. Этот же долго-долго служит, и я думаю, что он вас порадует. И это еще не все. Мыло мужское, я его почему-то забыла заказать в первый заказ и включила сейчас в заказ. Я, наверное, его Мише подарю сейчас, пусть пользуется, потому что мыло скраб, и такой приятный аромат. Я ему уже скраб подарила для душа, гель скраб, ему очень понравился. Ну вот пусть будет еще мыло, классно же, с таким еще приятным оттенком. У нас, кстати, действует уже спецпредложение, кто делает заказы от 100 баллов и выше, вы можете заказывать со второй недели каталога продукты, которые идут по премьер, выгода плюс называется каталог. А мне заказали 3 мыла, у меня клиентка взяла набор на Новый год, мыло и крем было, новогодняя такая серия, и ей так это мыло понравилось, она говорит, если оно когда-нибудь будет, закажи мне побольше. Вот 3 кусочка мыла заказали, и из этого же спецпредложения 3 баночки крема с папайей. Как у меня этот крем разлетается, просто одну баночку дочки, а 2 у меня уже клиенты заберут, потому что ждут, когда будет этот крем со скидкой. Чем он нравится по отзывам? Я сама пробовала несколько раз, мне особенно нравится аромат. Экзотические фрукты меня всегда вдохновляют, и хочется их нюхать, и они дают такое вот состояние какой-то радости, позитива, переносят тогда в дальние теплые страны, особенно зимой приятно. Но многие хвалят этот крем, что он классно идет под тональную основу. Представляете, то есть просто наносите крем, даете ему впитаться, сверху тональная основа, и вот классная вам база под макияж.
И еще один продукт, который я получила в подарок от компании как официальный обозреватель, мне прислали краску для волос, обновленная краска, вот такая вот она классная, я на нее запишу отдельный обзор. Мне прислали черный оттенок. Как вы думаете, мне вернуться в черный цвет или остаться блондинкой медовой, как меня Миша называет, медовая блондинка? Нет, я, конечно, в черный не вернусь однозначно, но у меня есть подруга, которая красит волосы в черный цвет, и если у нее сейчас пришло время подкрашивать корни, постараюсь сделать именно такой обзор, чтобы краску показать в деле, как она будет, и послушать ощущения девушки, которая будет ее применять. Вот, я очень рада, что у нас новая краска. Вернее, я рада то, что она вернулась, потому что без краски, мне кажется, туго всем пришлось. Я себе делала запас, когда появилась информация, что краски не будет. Я, по-моему, 6 или 7 сразу заказала упаковок. У меня пока есть, но все равно я уже волнуюсь, а вдруг сразу мой цвет не появится в 4-м каталоге. Поэтому две коробочки у меня осталось. Надеюсь, все будет хорошо. Итак, я вам показала все, что мне прислали, такой вот заказик, он вроде бы по баллам маленький, а так много продукции, заказ был очень тяжелый, еле донесли. Я вас благодарю за внимание, тоже хвалитесь в комментариях, какие вы любите продукты, а также что не понравилось, потому что мы тоже хотим знать, какие есть, да, может быть, продукты, которые могут не подойти, не понравились по каким-то причинам. Только обязательно пишите, почему не понравилось, что именно не подошло, что пошло не так, как я обычно говорю. Спасибо вам огромное, что вы со мной, оставайтесь на канале, подписывайтесь. Кстати, если вы пока просто смотрите, но еще не являетесь консультантом компании Oriflame, напишите мне, я вам помогу оформить дисконт, у вас будет скидка минимум 20%, а в дни распродаж еще больше. Участвуйте, подключайтесь. Всего доброго, с вами была Лилия Донскова, пока-пока.